30 лет голова музы Эрата стояла на даче Виталия Симонова. Он подобрал гипсовый слепок, когда по нему уже отлили статую, стоящую по сей день на здании Самарской филармонии. Реликвию хотели выбросить, но Виталий Алексеевич не позволил. Спустя столько лет он решил подарить ее филармоническому музею. Когда она уже сделали форму из нее, она стала ненужной. Ее просто вытащила Росалихна на гору с мусором и должны были ее увезти, значит, на утилизацию. В 1907-м на месте современной филармонии располагался театр-цирк «Олимп». Здание обветшало настолько, что единственно возможным стал его демонтаж и строительство нового храма искусства, на тот момент Куйбышевской государственной филармонии. В 1988 году, после длительной перестройки, она открыла двери для поклонников классической музыки. Это старое здание было памятником истории. Тут пламенный большевик Куйбышев провозгласил советскую власть. Но вы представляете, что такое в советские времена снести здание, где была провозглашена советская власть? Муза Эрата и бог Аполлон венчают фронтон филармонии больше 30 лет и, безусловно, являются одной из визитных карточек Самары. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.